В этом ходатайстве вопросы есть? Нет, пока. Нет. Представителя административного ответчика ходатайства не имеете. Ставлю на обсуждение следующий вопрос. Процессуальный вопрос. Объединение в одно производство административных дел номер. Возражения имеются, поскольку считаю, что суд проявляет тут двойные стандарты, когда я заявлял вот о невозможности рассмотрения судом такого же дела с такими же событиями, суд сказал, что это разный иск. И сейчас уже заявляют, что это одинаковые события, поэтому я возражаю во избежание двойных стандартов в позиции суда. События имели место в одно время, но разделены по вашим требованиям к одному и тому же сотруднику полиции. Я предполагал это минут 20 назад, но оказывается законным определением мое мнение отметено. Вы сейчас о чем? А о том, что это события одни и те же. Одни и те же. Я говорил, что суд не может рассматривать, он должен отвести сам себя. Но определением он не отвел сам себя. Поэтому я считаю, что суд своим определением об отказе отвода установил уже установил, что эти события нужно разделить. Уже нужно разделить. Потому что я заявлял, что они одинаковые, но суд отказал в этом доводе. Я полагал до определения. Определение вышло все в свет. Теперь возражаем. Не выключайте по моему поводу для судебного заседания. Диктофон. Пошел объединять он, так я понимаю. У него же давно принято все.